Слава Богу! Наконец-то я на эту снасть поймал карпа. Саня, на эту снасть я поймал карпа! Да понял, хорошая снасть. Добрый день, друзья. Ну что, мы на рыбалке уже, наверное, часа 4. За это время у меня один карпик и две нереализованных поклевки. Одну поклевку карпа уже видел, в траве ушел, сорвался. А вторая поклевка была шикарная карповая поклевка. Подсекаю, чувствую карп. Ах, сошел. Что, ты оборвал, что ли, все? Снасть ушла. Странно. Я проверял же леску. Проверял же перед этим, перед тем, как забрасывать все удочки. Всю леску проверял. Вот так вот. Ракушка делает свое черное дело. У Саши было тоже пару поклевок карповых. И тоже почему-то не реализовано. А дело он натворил. Так это карась. Там карп был. Ну, карп хороший был. Сошел. Не, ну то, что там был карп, я видел. Красивая такая была поклевка. Я видел, как удочку, согнула и начала утаскивать. Не, там карп был хороший. Он, видно, за леску зацепился и все, и ушел. Сам себя сбил. Ну, рыбе надо давать шанс. Она его получила. Вот такая вот получается у нас рыбалка. У второго Саши, не было поклевки, да, Саня? Пока не было. Ждем, может быть, будет. Нет, будет обязательно. Что значит может быть? Не надеемся, 100% будет. Будет, само только ночью. Центр Юстаса. Да. Тут. В общем, вот такие у нас пока дела. Все нормально, все хорошо. Самое главное, появилась какая-то тучка и зашло солнце. Потому что жара была неимоверная. Где-то 32 градуса, 33 градуса. Очень жарко. Все шикарно. И что? Что нет? Нет, там что-то есть, но там мелкое. По-моему, карпик мелкий. Карась? Нет, карпик, да? А ну же, я не вижу. Карпик, убираю его. И не пойму я. Или карась? Карпик. Усатый? Ну, а чего ж, да, вон усатый, он. Усатый карпик. Карпик. Да, карпик. Или отпускаем сразу? Отпускаем, ладно. Маленький, да? Вот так вот посидел на фидере, пошел, проверил макушатники, два карася снял. Они даже не клевали, Саня. Я по клювке даже их не видел. Они просто там сидели и все. Клюют одни Санины караси. Карася заказывал? Ты же сказал через одного, да? Какая славная на поплавок. Саша, карп. Да. Саш, будь друг. Ага, убери вот это. Не, если все, больше не заходи. Я его просто не вижу пока еще. Зараза, за ту зацепился, ну. Сань, попусти вот ту леску, а. Что, есть, Сань? У-у-у, шикарный. Шикарный. Такой же, если даже еще и не мелкий. Да? Ты думаешь? Да это я смотрю. Да просто у него морда проебли. Такой же самый. Они, наверное, больше, Саня. Ну что, хороший, зачетный, чего ты? Ну только зачетный, конечно, зачетный. Покормили, блядь, результат есть. Да, это от кормежки.
И вторую удочку зацепил. Кара себе карась. Это карась. Кара себе карась. Вот это карась. И он, главное, отцепился у тебя по саке. Ну, видишь? Да. Как обычно. Охренеть, карась. Пойдем сфотографируешь меня с этим карасем. Да, это карась. Карась знатный. Вот абсолютно не клевал. Дохлая рыба опять пошла? Угу. Ну и что это? Если это не электроудочники. На, Сань. Слушай, а вода неплохо прибывает. Санька, твой карась. Конечно, маленький. Да, конечно, давай. Давай отпустим. Повезло тебе, карась. Не отпускает. Давай я его самого сейчас выберу. Отцепи его. Отцеплю его. Оп. А он ушел. Ну отлично. Она, по-моему, за эту удочку зашла. Что-то вот эта удочка тебя дергалась. Не-не-не, это у тебя само собой. Отпускай лучше. Сазанчик, ну махонький. Ну, салфак. Я хочу его все-таки достать. Да. Да. Это карась! Нихера себе. Саня, это карась. Нихера себе. Карасик, да ты славный. Пойдем на берег. Пока его не упустили. Ничего себе карась. Ну что, опять коромыслы. Опять коромыслы работает. Такой карась сейчас, этого карася уже можно и брать. Садишься кушать, и начинаются поклевки у всех сразу. Значит, Саня говорит, вот такого где-то карася пойму. Ну, такой славный карась. Хорошо. Давай налью, Саш, сразу. Копью? Да. Не, ну в прошлые разы, слышишь, когда садились кушать, карпы клевали, а не караси. Сейчас карасю рады. Да, не, так, не так уже ему и рады. Не, и так, не, рады, не, так, не так уже мы и Саня ему рады. Не, ну у тебя карась был, конечно, шикарный, поэтому... Нет, сначала думал, что маленький сазанов расстроился, что придется выпускать. Когда узнал, что это карась, аж обрадовался, что выпускать не надо. Жалко. Да не, не то, что жалко, но карась классный. Так, берите. Карповая. Да не, и карп, только он маленький, придется отпускать. Давай, жалко, поднимаю. Жалко, но придется, куда же деваться. Кто скажет, что я карпа не взял? Действительно. Саш, ну это самое, я по поклевке увидел, что это карповая поклевка была. Ты снимаешь? Да. Все, карп есть. Можно рыбалку заканчивать. Отпускаем. Отпускай, отпускай. Карп. Как ни крути. Да. Вот, вот и поплавок сработал. Да. Ну что, вот и утро. Ночь, ну как сама, прошла нормально. Если не считать сама, что не было вообще клёва. Значит, сама клёв был очень слабый. 12 часов карпа не было. В 2 часа карпа поймал, потом была густера, на 4 часа карп нам не подошел. Обычно получается как 12, 2 и 4. Но где-то полчетвертого у соседей был карп. Сама Саша своего карпа взял в 6 часов утра. Это карпик. Солидно. Вот это где-то... Поддушку, наверное, есть. Поддушку нет. Да не, я думаю, больше двушки. Нет, не больше. Ну, солидно. Все, Сань с почином, с настоящим. С дальней дистанции, хороший карп. На горох грузило и три крючка. Это обыкновенная донка. Ну, само утро началось, карась проклевывается. Ну, тоже не интенсивно. Мы закормились. Посмотрим. Сама кофе попили. Уже стало легче.
Ну, саможелательно, конечно, самосаши, чтобы был карп. Но если не будет, значит, я с ним поделюсь. Саня, возьмешь моего карпа одного? Ладно, Жень, что делиться, у меня карасей хватит. Слышь? А. У меня, смотри, карпа это много. Нормально. Комар всю ночь не давал нам покоя. И как-то волнами. Смотри, ветерок подует, комар уйдет. Ветерок прекратится, и комар само тут как тут. В общем, само всю ночь не давал нам покоя. Самоснасть моя от коромысла с мелкими крючками сработала тоже. Опять коромысло работает. Два крючка работают. И самое интересное, что на эту снасть, сама я дал соседу самоснасть, он поймал карпа. Ну, где-то кило 500 точно. Так что самоснасть работает. У Саши вот это когда была поклевка у напарника в 6 часов утра, то он еле поймал удочку. Такая была интенсивная поклевка. В камышах уже поймал удочку. Еще бы немного, еще чуть-чуть, и самому можно было лишиться удочки. Резвый такой был карпик. Где-то, наверное, часов с трех понесло какую-то хрень по воде. Разные какие-то палки, бутылки. Саня говорит, наверное, КНС-ки сбросили всякую срань. И начал пух на леску садиться, да, Саня? Не сильно, но садится. Был дуплет, но один ушел. Сорвался. Ну что ж. Молодец. Надо рыбе тоже давать шанс. На, Саш. Ну, зачетно. Слава Богу. Наконец-то я на эту снасть поймал карпа. Саня, на эту снасть я поймал карпа. Да понял, хорошая снасть. Так, Саша, это твой карп. Я тебе его досмотрю. Хорошо, спасибо. Надо бы своего, конечно, взять. Но... Идем. Доставать будем. Да. Наконец-то эта снасть поймала мне карпа. Класс. Вот теперь я доволен 100% сегодняшней рыбалкой. А главное, я сейчас сама чувствую, что там рыба есть. Ты понимаешь, смотри, мы с тобой еще и перекрестнулись. Ну да. Запросто можно мог уйти. Легко. Легко. Гида? Да, отпускаю. А что это? Карась. Карась, не тарань, не густера? Не, карась. Да отпускай. Все равно сейчас буду отпускать, перебирать. Ну что ж ты? Сам ушел? Да не, он вырвался, смотри, ударился. Я же хотел по-хорошему у тебя отпустить, а ты ударяешься. Это час икс. Санька достает свой лов. Ох, нифига себе. Нифига себе, вот это ты набомбил, да, Александр набомбил. Михайлович. Я, блин, набомбил. Но самое основное, это подарок. Это Женин подарок. Ладно, подарок. Так, теперь смотрим, что тут у нас. Ну... Это мой трофей, карась. Ну, куда ты его мимо бросаешь? Да я его туда бросаю. Глянь, какой он самый шустрый у тебя. Надо ведро. Ну, конечно, ведро бросаю. Итак. Второй карась. О, второй такой же. Нет, вот. Еще один карась, еще больше. Да это вообще, это самый монстр, а не карась. Ну вот это карасики, это чисто мои караси. Ну? Это уже не подарочные. Ну так, слышишь, это чудесно. Такие караси самые богатые. Смотрим дальше, что у нас тут. А дальше у нас
Обычные мелкие караси. Только пересыпать бы их. Да вот, вот это, возьми вот это ведро, Сань, вот это. Ну. Карпа бросил в свое ведро, в синее. А сюда пересыпется на всех этих вот. Что можно было пересыпать их? Ну да. Можно давай. Было сепарировать. Да они все как на подбор. Ну так от самого мы сильно мелких-то и не брали. Ну да. Ну и смычок там будет перебирать будет. А он мелкий, Саня. Вот он. Так. Ну, так. Слышь, ведро рыбы получилось. Ведро рыбы. Нормально. Да. Ну все. Нормальный улов. Молодец. А бедный карпик мелкий пришлось отпускать. Ну ладно. Ну так слышишь, самого мелкого карпа мы по-любому брать отпускаем. Нельзя, понятное дело. Извините, подвиньтесь. Я же говорю, жалко, что мелкий. Ну так. Ну, караси знатные, Саня. Караси, да. Караси. Просто великолепные. Саня. А там, по-моему, карп сидит. У тебя или у меня? У меня. А ну, подожди. Подними удочку. Дай я пройду немножечко. Что вот такой ломается пацак? Красавчик. Слушай, а ведь это опять коромысло. Это сегодня герой. Слушай, вот это мне сегодня фартит. Я ж так давно хотел поймать карпа на этот смодвойник, на этот коромысло на это. Шикарно. Я доволен стопудово. Ну что, удовольствие, конечно, выше среднего. Это ж надо. Мало того, что я одного поймал, и поймал второго на коромысло. Просто макуха, а на крючки подцепил кукурузку силиконовую. И все. И больше ничего. Класс. Так, ну что сказать за рыбалку? Рыбалка была замечательная. Во-первых, снасть, которую я сделал, вот это коромысло с двумя крючками, работала. Работала по карасю, работала по густере, крупной густере. И наконец-то я на нее поймал двух карпов. Это класс. Это то, чего я добивался. Наконец-то я поймал двух карпов на эту снасть. Ну, вчера рыбалка началась как-то так, не совсем удачно. Было два схода у меня, два схода у Саши. Очень мелкого было много карпа. Ну, мы в этом, наверное, сами немножко виноваты, потому что в горох добавили пшеницу. Пшеница привлекла мелкую рыбу, и вот с этого все и началось. Если бы был бы один горох, было бы, наверное, лучше. Ну, как было, так и было. Ночью на 12 часов ожидался карп, его не было. На 2 часа был карп, и потом 6 или 7. Короче, Саша взял карпа. Хорошего такого за двушку. И потом это самое где-то часов, наверное, 7. Вот это я поймал двух карпов на снасть коромысла с двумя крючками. И потом Саша еще поймал карпа. В общем, у меня получилось в общей сложности 5 карпов. Одного карпа я дал Саше, другому Саше, потому что у него была карповая поклевка, но мелкого
карпа он поймал на поплавок и отпустил. Ну, чтобы это самое, как бы поделиться с товарищем, отдал ему одного карпа. Ну вот они, 4 красавца. И сколько там? 2, 3, 4 карася. Достаточно, все нормально, все хорошо, потому что самую главную задачу — поймать карпа на свою снасть — я выполнил. Это класс. На следующую рыбалку собираюсь ловить на волос. Сделаю сам все волосяные снастки, будет флет-кормушка, кормушка с волосом. И одну снасть я оставлю все-таки, вот это вот коромысло с двумя крючками. В общем, рыбалка замечательная, все прекрасно, все довольны, все с рыбой. Все, друзья, будьте здоровы, ни хвоста, ни чешуи. До скорых встреч. Пока-пока.